Поехали в Тюменцево, сегодня воскресный день у нас. Коробку принеси, коробку. Добрый день. Коробку принесите, спрашиваю. Коллеги, сходи. Или на, поснимай, я принесу. Ключи. Да. Ключи. А, ключи. А, не сзади, я еще тут. Или там. Ну, на, возьми на всякий случай. Я в городе живу, а у меня в городе вообще. Да у меня там было 6 коров, еще не осталось. Откуда они подобрались? Погромче, он плохо слышит. Погромче. Какие породы были? Нет, слышу так. Он говорит, не слышу. Так плохо слышу. Ну, вертуны называются буйные. У меня разницы никакой нет такие. Мне самые списанные. У меня еще нету. У меня списанных нету. Нету, вот именно. Зачем списанных? Ну, бывает так, что выводят голубевод, и какие-то не по норме. У меня уже я половину раздал, надо было еще раньше приезжать. Я не расслышал, сказали в октябре. В октябре. Я сказал в конце недели, она сказала, приедем, и так и не приехали. Ну, не приехали, мне не сказали. Ну, я отдал полунду, говорю, почему я тебе-то набрал? Ну, я хороших быть, набрал. Сказали, что вас знакомы. Только чтобы не раздавал. Да сохрани Бог, что вы. Сказали, что вы можете у кого-то еще попросить тут. А куда тебе? Сколько надо? В город мне еще надо. У меня голубятня там. Я вам подарок принес. Не надо мне подарок. Это? Нет, это не особый подарок. Я там 20 штук набрал, хватит тебе пока. Еще а плоских возьмешь? Возьму. Лишь бы летали они. Плоских? Нет, я не выпускаю их. Нет, чтобы... А эти бойные у меня летают, конечно. Нет, чтобы поднимались они. Ну а как, у меня там пара вообще... Они... Ну они могут подняться хоть маленько-то? Потом. Сейчас что ли? Да не сейчас, зачем сейчас? Чтобы я... ну, не на полу они были. Ну а как, конечно, ничего себе. Ну они же такие вот шалевые, они совсем... Да ну, конечно. А нет. Вы знаете шалевые? Я таких не держу. Я тоже никогда не держал. Здесь у нас это кошки, может быть, знаете, в Барнауле. Вот я набрал. Вот, смотри. Это бакинцы, и там два турка еще, турки есть. Эти я не вывожу никаких пород, мне просто... А здесь у меня особые, видишь? Здесь павлины. Ой. И трубачи. Рисался как. Достаю. Сейчас я поймаю. Так, подождите минутку. Послушайте меня. Послушайте, вы не знаете что. Я автор этой книги. Это сильнейшая книга. Вот, смотрите, не, лапка. Не надо ничего. Как спасибо, не надо? Я этим не занимаюсь. Ну, как же так? Ну, я так, специально давай. Привез. Давай сюда. Коробки. Посмотрите, вот. Какой. Так, давай коробку. Вон тот, да? Возьмите. Только никому не отдавай. Никогда. Да что же буду отдавать, когда сам решился голубей? Я сам хороших голубей тебе отдаю. Вот эти вот сизые, вот это турки, это бойные, они вообще бьют, блядь. Они молодые только. Хорошо. Они эти все бьют. Я подержу. Вот эти вот, вот они молодые. Хорошо, хорошо, любого цвета. Земля, земля песчаная. Были, были, были. Вот какой. Ой. А это молодые вот. Да ничего. Троих сразу.
другой ящик не надо посадить, чтобы не так туго было им. Ну давай еще один. Давайте-ка. Сейчас я здесь закрою. Вот. Давай-ка сюда. Вот эти свежие. Ну ладно. Вот эту вот к этой привяжите здесь, что она не раскрылась. Возьмите, у него. Нет, вон. Чтоб покрышка туда не ушла, вот эта. Это вы, Александр Дмитриевич? Да, да, да. Нет, так не годится, чтобы я вам еще не мог дать. Это несправедливо. Не надо ничего. Вот это я понимаю. Что, всех выложил? Все пойдет, он пойдет. Специально здесь отсадил, он еще чтобы набрать. Беленький. Я знаю. У меня, главное, всегда были белые, а потом пошли всякие. Ё-ёбай. Ты кусёнок молодой. Так, то держать, и эту держать. Держите. Автомагазин недалеко здесь? А что, на углу здесь? А что, сломался? Чтобы это не да нам еще не привязалось. На генератор надо, я завязал. А, завязали. Вот да. Эту тоже возьмите. Ну пойдем, я дам две пары. Давай. Даже вес. Добро, а? Коробку-то давайте. Постойте. Я подержу здесь. Зайди, погляди, Володя. Сейчас он, когда это все закончит, я приоткрою. Потом. Ну вот это ужасно. Со мной сравнивать не придется. Ехали не зря. Смотри, какой голод. О, что-то отлетело у него перышко. Да? Не. Ну, коричневый какой. О. Смотри. Не влияет. Сейчас за лупку поймаешь. Замечает. Ну и все, хватит пока. У вас-то что-то мало осталось. Да я уже, мне увезли в Благовещенку. Благовещенку, Кулунду. Для павлинов. Мне за павлинами приедут еще. Видал, который? Ну эти вот два пикусенка. Пикусят отдать тебе. А? Пикусят. Он не отдать. Слышит погромче тогда. Я говорю, пикусят можешь отдать тебе. Ну давайте. Вот он, видите. Смотри какой. Ладно, да. Пикусят. Видишь? Ну все. Ну и все. Пошли. На этом все. Так, выходите, обязательно с вами поговорить надо. Сейчас я выгоню своих. А вы их выпускаете пока? Нет. Этих нет. Они, видишь, они. Вот, перекрасили.
сейчас свои. Это визиточки я оставлю свои. Очень по интернету не сразу найдете. У меня самые мощнейшие там каналы. Все, можно складывать? Да, да, да. Он сказал, сейчас. А? Он сказал, сейчас выпустит своих. Мы посмотрим. Вон они, где. Через эту. Пока поставь на место. Вместе не ставь, одну на пол поставь, чтобы не упали. Вот так. Отвечаешь за них. Иди. Опа, шли. Ой-ой-ой. А можно поближе поднести? Давай, вытаскивай потихоньку. Где у него там сделано? У меня точно так же. Он ее поднял. Все, пошли. Это забивается. Видел, как эти? Какие ступеньки, как они обхвачены и прибиты. Угу. Посмотри рядом. Там видишь, поймите, это я автор, тут много фотографий увидеть. Ну ладно, ладно, спасибо. Это очень важные книги. Положишь. Ну что ж, благословите нас ехать. Да. То есть поэтому, который дал визитки, вы меня найдете сразу даже поговорить по скайпу. Там можно друг друга видеть и разговаривать. Сейчас коробку еще. Ну что тогда, пошли. Вот, видите, ого, Володя, видишь где? Никому только не отдавай, а то вести себе будет. Нет. Просто такое несчастье, как бы было. А вот это двор, да, или что? Ну, у нас свой. На чердаке у нас голубять. Дома большого. На чердаке они еще лучше будут. Ага. Там большой чердак. Ну, этих-то, блядь, трубачей-то бы отдельно. Так, устанавливаем, чтобы нигде не упали. Ну давайте. Так, вы смотрите, откуда мы? Подбери. Нет. Вот где даже дорога идет, как мы. А там перебрито. Следующая площадь между ними мы сделали. А, между... Подстепная. Нет, так вы въехали как? Через Урывки? Да. Через Урывки, а потом? А потом повернуть по этой трассе на Шарчино. А, нужно Шарчино. А Карповка. Я в Карповке родился. Хотите? Я в Карповку в прошлый год мешок отдал. У меня были махначи, там я сейчас махначей не держу. Я маленько все деньги дам, возьмешь? Не надо. Не надо. Ну, зачем будем, мне будем, деньги? Будем молиться, Александр, чтобы Господь вас... Ну, сколько лет-то? 68. А мне 84. Хорошо. Мне надо прожить лет 40. Вы тут увидите, прочитали моя биография. Мы верующие, нас советская власть не любила. Да я вижу, что вы верующие. Да. Ну и дай Бог. Ну что, поехали, благословляйте. Давайте, давайте. Все, с Богом. Давайте, садитесь. Давайте. Давайте. Бывайте здоровы. Да, чтобы голубей было море, их разведется будет. Давай, бывай здоров. С Богом. Давайте, счастливо. Все, брат, садись. Я могу бардачок убрать? Чего? Сумку. Да зачем под ноги положить? Под ноги, значит. Под ноги? Так, давай скажем. Все, слава Христу, аллилуйя.